на вот этом шоу героя мы это увидим. Как дети умеют преодолевать трудности, как дети умеют работать в команде, как дети помогают друг другу, и как дети плачут, как умеют плакать ребята, потому что это очень обидно, когда проигрывают. Ребята очень сильные, ребята подготовленные, нацеленные. То есть почему я это знаю? Потому что перед участием было проведено анкетирование ребят, вот этих ребят, которые отобраны. И в анкетах они писали, что им нравится, чего бы они хотели, чего они боятся, чего они хотели бы больше всего в жизни. И судя по тому, что очень много ребят написали, чего бы они хотели, это спрыгнуть с парашютом. Да, ну, наверное, дети 15-17 лет, спрыгнуть с парашютом, есть такая мечта. Ну, наверное, это ребята, которые, ну, готовы преодолеть себя, готовы преодолеть всякие трудности. Вот вопросы были, чего ребенок боится. Кто-то боится темноты, кто-то боится высоты, да? А в этом шоу, предполагается, будет и высота, и темнота. Поэтому вот это и будет, ребята будут преодолевать себя, свои страхи. Преодолев все те вот препятствия, которые предполагаются, это будут герои.